Нейзи, Нейзи, Нейзи! Нейзи, ты где? Нейзи, просыпайся, Нейзи! Нейзи! А? Нейзи, вставай! Что? Живой? Это, может, был сон? Короче, рассказываю. Что? История примерно такая же, как у тебя. В общем, короче, просыпаюсь я такой ночью от стука в окно. И ты стоишь такой, вот такой вот около кровати, не двигаешься, не дышишь, вообще ничего не говоришь. Стоишь такой, и я такой тебя зову, а ты не откликаешься. Подхожу к двери там, и все. И это, я вот просыпаюсь, сейчас к тебе бегу. Походу, это был сон. Походу, у нас вместе с тобой шизофрения. Да, походу дела. Ладно, так. Проснулись, все хорошо. Нас никто не нашел, надо двигаться дальше, правильно? Да. Не падаем духом, просыпайся, все, потихоньку выдвигаемся. Так, у меня есть мачете. Ага, так, сейчас заберу все проверим. Свое оружие. Да, без проблем. Да. Нейзи. А? Отдай мне, пожалуйста, мои пушки. В смысле, твои пушки? Ну где мои два пистолета, два глока моих? Я только с собой. Я только винтовку положил. Нейзи, не смешно. Я серьезно. Не смешно. В смысле? Смотри. Вот сам залезь, не туда. Вот там только винтовка лежала и все. А где мои пушки? Может, ты где их в последний раз оставлял? У себя в кармане, в инвентаре. Может, тут? Сюда, может, положил? Нет. Так, вот тут вот, вот тут вот, тут тоже нету. Блин, ну ты честно не брал? Нет, вообще. Так, мне это все больше и больше раздражает, вся эта обстановка. Ладно, так, у меня есть мачете, в принципе, если что, спасу тебя. Погнали. Потихоньку отправляемся. Так, у тебя есть с собой все? Ты все взял? Да, с собой все. Все, пойдем. Так, может, сегодня я решил отправиться вот туда вот. Не знаю почему, поскольку там мы были уже, поэтому пойдем туда. Давай быстрее, очень холодно, слишком холодно. Слушай, так ты мне не рассказал, что там еще-то было. Так, в общем, рассказываю все, как было. Я иду, ложусь спать. Сплю. Честно, не знаю, сколько проспал. Слышу стук в дверь. Не скажу, что был такой хрип, но было очень неприятно. Смотри, дом. Где? Так, погоди. Или мне показалось? О, да, реально дом. Дом, реально. Смотри. Так, подожди, аккуратно. Давай посмотрим в окна. Давай. Занавешены. И тут тоже. Давай постучим. Так, мачете. Не, давай, возьмешь пушку, а я постучу. Окей. Так. Кто там? Есть кто дома? Так, пробуем. Попробуй открыть. Опа. Так, заходим. Закрывай. Никого, смотри, дом очень... Хорошо, так. Похоже, это заброшенный дом, смотри, паутины сколько. Дело по ходу, так. Посмотрю я, что в сундуках, собственно, есть. Смотри-ка, так, сколько тут дерева. Тут еда. Так, там топор. Ой, очень много дерева. Я, правда, много с собой не смогу взять. Но я постараюсь взять столько, сколько смогу. Хорошо. Так, все, вроде я все взял, что мог. Так, смотри. Опа. Что? Посмотри на потолок. Пробит. Может, давай я слазю туда? Посмотрим. Так, давай, только очень аккуратно. Хорошо. Так. Я на шухере. Давай. Оп. Я залез. Чего там? Тут ничего нет, залезай. Можно? Да. О, смотри, книга. Так, ну что, читаю? Давай прочитай. Так, блин. Что там? Фух, будет тяжело, не очень хорошо видно, но постараюсь. Кто это прочтет? Хотя кто это вообще прочтет? Кто, кроме меня, тут никого нету. Я, считай, разговариваю сам с собой. А возможно, я вообще сплю. Но если это как-нибудь, да и прочтет... Непонятно, какой-то текст тут. Как вы видите, я нервничаю, поэтому и случайно дернул руку. А, все, я понял. Так. Так вот, вам инструкция по выживанию, пока я жив. Первое. Не выходите на улицу после полуночи. Второе. Если тут никого не будет вообще, я про деревню, то не жалейте ничего, забирайте все. Вам это понадобится больше, чем тем людям. Третье. Тепло и плотно одевайся, тут очень холодно. Четвертое. Если чувствуешь опасность, но никого не видишь, сразу беги. Пятое.
Разводи на ночь костры или любые источники света и тепла. И да. Помнишь второе правило выживания здесь? Для тебя я оставил оружие внизу. Оно пригодится тебе больше, чем мне, я надеюсь. Не трать патроны просто так. Разбери внизу доски в полу желтого цвета. Удачи. А я пошел из этого проклятого места. Не ходи ночью. И да, если ночью будут стучать в дверь или в окно, то ни в коем случае не открывай. Занавешивай окна на ночь. Пожалуйста, выживи. Так что-то я заговорился. Удачи еще раз. Я пошел. Я не знаю, что это. Слушай, уймись, возьми себя в руки. Так. Я не знаю, как это может быть. Как это может быть? Единственное логическое объяснение, это... Блин, нету тут логического объяснения. Вот именно. Как ты говоришь, да? Они уходили через спутник, да? Какой спутник, если какой тут спутник? Сказано? Антенну. Ну, антенну, да, я нервничаю. Okay. Если они... Ну, ты понял. Если они вообще отсюда ушли, тут уже давно никто не живет. Так. Блин. Так, давай посмотрим. Он что-то про оружие говорил. Давай. Стоп. Блин. Так. Так, а тут есть... Вот тут я говорил, я вот говорил тебе, что вот тут топор. Так, черт. Отлично. Блин. Так, ну что, я попробую, да? Давай. Сломал? Да. Так, сундук. Что там? Опа, помповый дробовик, много патронов, нож, ну да, и боеприпасы. Так, неплохой такой, да? Да. Так. Зарядил? Ты умеешь заряжать? А, точно. Да, да, да. Блин, я не понимаю, как это может укладываться все в нашей голове. Ты понимаешь, что это теперь никак не объясняется? Это не объясняет никак то, что люди ушли. Он ушел со всеми, я так понимаю. Или вроде он сказал, что он тут остался, все свалили отсюда. Слушай. Ты понимаешь, в окраине никого не осталось, кто тут может находиться. Никого. Мы тут одни. Я так не думаю. Слушай, нам надо найти, думаю, попить что-нибудь. Так, да, посмотри. Во-первых, надо успокоиться. Да, 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 это самое главное. Нельзя терять надежды. Надо всегда стараться. Не добиваться последнего. У тебя есть что-нибудь попить? Да-да-да, вот я как раз хотел отдать себе. Давай. Я просто попил уже утром. Хорошо. Так, холодная вода, ну ладно. Ох, нормальная такая, ну холодная. Так, ладно, пошли, думаю, дальше. Так, я думаю, да. Я хочу свалить из этого проклятого места. Так, пойдем. Пойдем? Окей. Так, думаю, да, да. Надо куда-то пойти дальше. Так, в общем-то, я думаю, вот туда пойдем сейчас. Слушай, так, смотри, он сказал занавешивать на ночь окна. Но ты когда понимаешь? Мы подошли к дому, окна были занавешены. А ты понимаешь, что мне снилось во сне? То, что кто-то стучал в окно или в дверь. Мне тоже. Там это так что? Было сказано. Так, смотри. Это что? Так, такое? Подожди, мне это не нравится. Это... Какой-то магазин. Так, магазин Победа. Так, ну что, какой давай я залечу, открывай дверь. Да. Никого. Никого? Что тут у нас есть? Так, давай за стойку зайдем. Так, паутина. Ё-моё, паутина. Так, шкафчики. Ух ты, сколько денег тут, смотри. Так, чего там? Смотри. Ух ты. Я думаю, надо забрать. Я заберу, пожалуй. Максимум, для чего мы можем их использовать, это для растопки. Да. На, держи еще, алочный. Давай. Может, мы отсюда выберемся, разбогатеем. Ага. Ой. Сколько там долларовых купюр? 31. Полфу разбогатеем. Ладно, ничего страшного. Вроде тут больше ничего нет. Хорошо, пойдем. Да. Куда дальше пойдем? Ну вот пойдем, может, туда хотя бы, не знаю. Давай. Уже немножко холодно становится. Да, реально холодно. Так, он сказал, ночью нельзя ходить по улице. Да, значит, нам надо, как только будет наступать ночь, идти в дом, включать печки, как он сказал, и постоянно поддерживать тепло. Смотри, что это? Это... Похоже на шахту. Это реально какой-то спуск в шахту, смотри. Там слишком темно, я не хочу туда идти.
У тебя есть факел? Так, дай-ка посмотрю. Вот, есть, держи. Давай. Пошли. Пойдем. Держись за моей спиной, понял? Хорошо. Фу, ух ты, какой тут эхо-то. Смотри-ка, Зимон. Да еще и холодно, блин, очень. Да, реально, тут очень холодно. Зимон, смотри, да. Тут сундуки. Так, ну что, посмотрим, что там? Давай. Так. Тут есть железо, кости. Фу. Так, я возьму железо, кости не буду трогать. Давай. Чьи кости? Не знаю, вроде человеческие. А, так, ты разбираешься в костях? Ну, биологию-то все проходили, как бы, ну. Только я ее прослушал. Смотри, факел! Так, так. Потрогай-ка, он теплый. Ай, горячий! Горячий? Прям вот только что. Угли? Я не знаю, горячий, сам дотронься. Не хочу. Значит, тут, кстати, только что кто-то был. Так, блин. Я не очень не хочу идти в неизвестность. О, я случайно, извини. Ладно. Слушай, давай туда справимся. Так, ну что ж, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Смотри-ка, там свет. Смотри-ка, тут походу завал был. Ой, так, дай-ка посмотреть. Да, реально был завал. Мы тут должны будем... О, смотри, может перелезть? Давай, я слазю первый. Так, факел я пока затушу. Можно? Да, можно. Какое тут эхо, слушай. Смотри, тут чья-то кирка, зажженный факел. Так, а это что такое? Смотри. Это похоже на часы. Часы, реально. Стоп. Полдень? Сейчас будет ночь? Мы же только что... Как это? Смотри. Мы же только что спускались, день был, утро. Смотри, еще книга. Так. Что в ней написано? Так, кто читает? Давай ты. Нас завалило в этой шахте. Мы не знаем, что делать. Еды с собой нету. Мы сидим тут уже третьи сутки. Будем надеяться, что нас найдут. Пятый день. Голод продолжается. Мы очень хотим есть. По секрету, я хочу съесть одного из моих коллег. Хочу есть, хочу есть, хочу есть. Есть, 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 хочу есть. Голод, голод, голод. Что это? Наверное, кто-то сошел с ума. Не более... Думаю, возьми еще один факел. Так, давай. Ай, не видно ничего. Я посвечу. На. Так. Думаю, надо идти отсюда. Слушай, раз он говорил, что ночью нельзя ходить, то пошли быстро домой. Да, пойдем быстрее. Подожди, а уже есть ли ночь? Нет, еще не ночь. Дай-ка я по часам посмотрю. О, черт, темно. Сейчас, поставлю факел, чтобы было видно. Еще не ночь, пошли. Так, у нас, ладно, у нас пойдем. Есть время. Пошли. Быстрей, быстрей, быстрей. А что будет ночью? Тихо. Так, Зимон. Так, Зимон, пошли. О, ё, закат. Быстрей. Твой... Закат, быстрей, бежим до дома. Быстро, быстро, Зимон. Пошли. Быстрей. Черт, закат, закат, закат. Мы не успеем. Ты бежишь? Да. Где, где, где? Где? Мы уже забежим в магазин. Давай. Черт. Черт. Давай, быстрей. Заходи, заходи. Черт, тут нет печки. Черт, что делать? Я думаю, надо тут посидеть. Надо чем-то подпереть. Хорошо, я взял с собой топор. Я взял с собой топор. Так, подпереть, подпереть. Есть ель, есть ель. Давай, давай. Подпер? Да. Как тут холодно. Еще нормально. Это еще нормально. Так, у тебя есть зажигалка? Да, есть. Давай разведем прямо тут костер. Так, давай. Ну что? Сделай костер тогда. Я пока так, что хорошо, посмотрю, давай. Что тут еще есть. Так, готово. Поставил? Зажег? Да, готово. Ура. О.
Класс. Теплый. Да. Нет. Да, нормально так. Да, отлично. Так, я пока не слышу стуков никаких. И они, в принципе, не могут зайти. Тут нет окон. Дверь я подпер. Все хорошо будет. Я думаю, все равно надо тихо-тихо себя вести. Да. Смотри, сейчас времени на часах, смотри, сколько. Много. Уже почти ночь. Может, откроем, посмотрим, что там. Ты что? Нет, не надо. Ладно. Иногда любопытство не дает мне ни капли покоя. А вот это надо уже давно было. Давай. Давай, давай. Так, смотри, всё. Что тут у нас есть. Тут есть испорченная еда. Это есть нельзя. Давай вот в этот сундук сложим всю испорченную еду. Так, на. Давай. Так, сложил. Зима. Ага. Тихо-тихо-тихо. Прислушайся. Слышишь? Тихо. Молчи. Нет, я это тоже слышу. Это есть нельзя. Это твой голос. Нет. А? В смысле? Нэнди, хватит говорить. Нэнди, хватит это говорить. Ты? Я слышу свой голос. Это не я. Нэнди, хватит орать уже. Это не я, придурок. Я тоже это слышу. Черт, что происходит? Заткнись. Черт. Стучится. Не надо. Не хочу понимать. Свались. Пожалуйста, хватит. Либо ты сейчас заткнешься, либо я тебя пристрелю тут. Под прилавок быстро. Вроде утихло. Да. Симон, что это было? Я не знаю. Я ничего не понимаю. Тут нет окон, нечего. Симон, какого черта? Ты придурок! Спокойно, что произошло? Я не знаю, я не хотел нажимать на курок. Все, отдай мне оружие, потом отдам, а то пристрелишь кого-то еще. Я на нервах, извини. Погоди. Все порчу. Главное, чтобы нас не услышали. Хотя как это не услышать? Потуши костер быстро. А? Я потушил. Молодец. Иди сюда. Вот, 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 вот. Тихо. Ляг, ляг, ляг. Возьми. Дерево, дерево. Дерево ломается. Дерево. Заткнись. Что это? Что это? Симон. Тихо. Не двигайся. Заткнись. Четвертая серия на канале у Зимана. Заходи, подписывайся и смотри продолжение. Ссылка в описании и на экране.